За комментарии в Беларуси можно сесть уже давно. Поначалу подобные приговоры были скорее исключением, чем правилом. И на заре репрессивной эры за неугодные эмоджи и нелицеприятные слова в соцсетях в адрес чиновников давали скорее химию. Но со временем приговоры становились все более суровыми. И дошло до того, что на днях за комментарии стали вносить в список террористов. Это коснулось тех, кто проходит по так называемому делу Зельцера и плохо отзывался о погибшем в перестрелке сотрудники КГБ. А за терроризм, я напомню, в Беларуси теперь могут и расстрелять. Насколько опасно сейчас в нашей стране комментировать что-либо и как высказывать свое мнение без ущерба для своей свободы? Об этом мы спросили юриста Народного антикризисного управления Артема Просколовича. Списков лиц, причастных к террористической деятельности, это естественное следствие всей той политики, которую проводит режим последние 2 года. Туда попадают по различным основаниям. Это не обязательно должен быть конкретно террорист, который совершает или угрожает совершить террористический акт. Лица, которые обвиняются, либо приговорены к наказанию по целому ряду статей, либо даже... Там есть даже такое основание, если не ошибаюсь, связанное с экономической деятельностью. Достаточно широкий перечень оснований. Плюс это дополняется тем, что туда попадают лица, причастные к экстремистской деятельности. В свою очередь, понятие экстремизма и экстремистской деятельности в Беларуси также до безобразия просто расширено сверх каких-либо возможных логических, юридических рамок общемировых. Стремились за Россией, догоняли, когда она расширяла несколько лет назад понятие экстремистской деятельности, теперь догнали, перегнали и впереди планеты всей по этой характеристике. Поэтому, когда людям вменяют совершение каких-то правонарушений с точки зрения режима, они могут также вот по инициативе КГБ, допустим, быть добавлены в этот список. Поэтому человек попадает туда не за комментарий, а то, что за комментарий ему вменяется статья, например, о разжигании социальной, национальной и иной розни. А именно за комментарии больше всего и любят накручивать и выкручивать наши силовики, в частности, эту статью, если не находят ничего другого в телефоне или там в компьютере у лица, к которому они пришли с претензией. Важно оставаться в информационной повестке, важно оставаться в политическом движении, в демократическом движении, в освободительном движении Беларуси. Но надо понимать ценность комментария и возможных действий этого человека, если он останется на свободе. Упоминание в негативном свете представителей режима, администрации Лукашенко, силовиков, отношение к ситуации. Одно лишь то, фраза «нет войне», как мы видим, может трактоваться абсолютно как угодно. Оценивать здесь юридически, логически, тут даже просто за лайк у нас сажали, да, под постом, то есть не за собственное выражение мнения, а за одобрение мнения другого человека одним лишь действием. Да? Поэтому скорее там работа ведется таким образом. Если они могут дотянуться, легко идентифицировать человека, понимают, что он находится в Беларуси, что к нему могут возникнуть дополнительные какие-то претензии, они будут этого человека отрабатывать. Если же вы в безопасности или уверены в том, что вы анонимны для этой социальной сети, где вы комментируете или оставляете какое-то высказывание, свой пост публикуете, то вероятность того, что к вам возникнут претензии, они минимальны. Я больше чем уверен, что по тому же делу Зельцера или каких-то других резонансных случаях комментариев было намного больше. Но отработали тех, до кого смогли дотянуться. Поэтому, как мы регулярно проговариваем, во всех возможных моментах это цифровая безопасность. Вчера, если не ошибаюсь, очередная инструкция от киберпартизан, как сделать себя анонимным и сохранять в Телеграме. Поэтому пока силовикам в руки не попали ваши средства связи и коммуникации, вероятность того, что вы получите
получится что-то большее, чем сутки, она стремится к нулю. Хотя подчеркну, что в принципе не должно быть за это никакого наказания, потому что никаких общественно вредных последствий не наступило, никакого умысла человек не преследовал на разжигание какой-либо розни и так далее. Поэтому лучше иметь заранее адвоката, чтобы он мог выстраивать грамотно защиту, соглашаться на любые покаянные видео, дабы обезопасить себя, не брать лишнего, но и не, скажем так, сопротивляться по пустякам, что называется. По недавним новостям можно судить также о том, что силовики работают тогда, когда поступают сигналы от небезразличных граждан. Поскольку сеть «Одноклассники», она там представлены, скажем так, лица, которые более возрастные, они, наверное, составляют большее число из электората Лукашенко, приверженцев режима, то полагаю, что оттуда им может приходить просто больше сигналов от таких небезразличных граждан, там больше бдительных таких субъектов, и поэтому как бы оттуда больше и последствий возникает. Повторюсь опять же, что не будет срока, не будет уголовного преследования даже в условиях нашего режима, даже в условиях силовиков Лукашенко, за сам факт комментария. Дальше важно, как человека в разработку возьмут и заставят его признаться и подписать признание в том, что он этим, чего он хотел этим комментарием добиться. Если он будет говорить, это была моя вспыльчивая эмоциональная реакция на какое-то травмирующее меня событие, и я не хотел вызвать какую-то ненависть к кому бы то ни было, и вообще я люблю свою родину и полностью поддерживаю политику Лукашенко, то вряд ли его станут осуждать. Ну, конечно, мы все знаем методы и способы давления силовиков. Поэтому, ну, важно сохранять психологическое спокойствие, устойчивость к их методам, иметь по возможности защитника и все же ну, максимально стараться говорить о том, что признаю, прокомментировал, раскаиваюсь, но никаких последствий своим комментариям вызвать не хотел. Всех белорусов люблю одинаково. Соблюдайте правила безопасности и помните, что ваши комментарии и лайки под видео независимых СМИ помогают их увидеть большему числу белорусов.